Руководители управления администрации отчитались о своей работе главе городского округа за минувшую неделю. Подробности смотрите в нашем сюжете. За прошедшую неделю сотрудникам правопорядка поступило 1850 обращений люберчан. Возбудили 31 уголовное дело. Из них 22 раскрыли по горячим следам. Обсудили ситуацию на дорогах. С 19 по 25 апреля отремонтировали 615 ям. Во всей области 24 числа ставился общеобластной субботник, в рамках которого вдоль Егорьевского шоссе силами сотрудников МБУ Люберецкой ДЭП в управлении дорог и транспорта было высажено более 30 саженцев и убиралась прилегающая территория. На совещании особое внимание обратили на погодные условия. В усиленном режиме работали сотрудники Люберецкого водоканала. Что касается потопления дворовых территорий, к сожалению, на прошлой неделе у нас пятница, суббота, обильные осадки. Мобильная бригада нашего Люберецкого водоканала в составе 16 человек, 4 бригады, 2 единицы техники работали практически в круглосуточном режиме. Также отмечено, что дорожные службы, правоохранительные органы и другие структуры готовятся к работе в период майских праздников. Айтадж Чирагова, Денис Заугольников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.